Друзья, следующая номинация. Лучшая студия образа. И для награждения номинации «Лучшая студия образа» я хочу пригласить подняться на сцену певицу, я думаю, всеми вами известную, нашу любимую петербургскую певицу Афина у нас в гостях сегодня, друзья. Ваши аплодисменты, певица Афина. И номинация «Лучшая студия образа». И нет, я сама, можно? А ты подержи. Можно я просто тебе сначала? Я так волнуюсь, смотри, какая тишина. Посмотри, какая тишина. Наконец-то я поняла, что люди волнуются, что здесь что-то происходит. Лауреатом Всероссийской премии в области красоты и здоровья Russian Beauty Award. Я правильно произношу, да? 2015 в номинации «Лучшая студия образа» становится «Барабанная бровь». «Барабанная бровь», да-да-да, еще. «Студия образа» и «Do Our Studio». Класса Петербург! И ваши аплодисменты! Не спи, Марио, кричи, аплодируй. Боже, не спать! А где наши победители? Давайте быстрее, а то другим отдадим. Я безумно рада, что сегодня мне приходится... Мне выдалось счастье. А что мы вручаем? Я посмотрю, вдруг мне понравится. Я очень рада вручить вам эту награду, потому что когда-то лет сайт назад я из рук вот этого прекрасного парня получала другую награду, и знаю, как это волнительно и как это трогательно. Знаю, что до утра не будете спать от счастья, а пока наслаждайтесь аплодисментами. Спасибо вам. Певица Афина, друзья, ваши аплодисменты. И, конечно же, лауреаты премии «Лучшая студия образа» студия «Образа Дуа». Студия «Город Санкт-Петербург». Это еще не все, конечно же, наши призы и подарки. Друзья, Афину, между прочим, мы еще увидим сегодня на этой сцене, поэтому никуда далеко не уходите. Продолжаем, друзья. Итак, следующая номинация – «Тренд года». Это очень интересная номинация, Нелли. Я решил, что мы с тобой сами объявим, в общем, лауреата, поэтому выносите нам скорее конверт. Итак, лауреатом Всероссийской премии в области красоты и здоровья Russian Beauty Award 2019 в номинации «Тренд года» становится Международная академия дизайна взгляда Lash & Brow Design Academy, город Москва. Ваши аплодисменты, друзья, Москва у нас в тренде по-прежнему. Мы просим представителя компании подняться на сцену для вручения награды. Друзья, покажите аплодисменты наших московских гостей. А теперь у них такой путь, чтобы получить заявительные аплодисменты. Представитель Петербурга, да? Представитель филиалов Петербурга и вас так, друзья.
Ну что ж, получайте свой бьюти Оскар, диплом, призы и подарки. Это все вам. Оскар, я думал, уедет в Москву с большим удовольствием. Номинация «Тренд года» Международная академия дизайна взгляда «Flash Grow Design». Это фильм «Город Москва». Кто у нас самый модный и оказывается две столицы в тесном тандеме, московский сериал, петербургский сериал. Следующая номинация чем-то похожа на предыдущую, но немножко отличается. Здесь уже не самый модный, а самый влиятельный и признанный. Итак, следующая номинация эксперт индустрии красоты. Так, и для награждения в номинации «Эксперт индустрии красоты» приглашаю на сцену руководителя Единого центра индустрии красоты Юлию Гацуля. Друзья, под ваши горные аплодисменты. И получали награду. Итак, вскрывайте конверт и говорите уже нам скорее результаты. Мне приятно называть это имя и фамилия. Лауреатом с российской премией в области красоты и здоровья Russian Beauty Awards 2015 номинация «Эксперт в индустрии красоты» становится Исаков Алексей, город Санкт-Петербург. Просим вас подняться на сцену для получения вашего бьюти Оскара. Спасибо большое за эту номинацию. Я благодарен своим друзьям, я благодарен своим коллегам, всем, кто болел за меня, поддерживал меня в это время. Спасибо большое. Это фантастический вечер. Пожалуйста, похлопайте, пожалуйста. Всем вам желаем зажигать точно так же дальше всю индустрию красоты и здоровья. Не только Санкт-Петербурга, но и все наши необъятные страны. Спасибо большое! Ну что ж, мы продолжаем наш вечер и немножко развлечемся, отвлечемся от лауреатов, от бьюти Оскаров, потому что прямо сейчас на этой сцене появляется звездный преподаватель танцевальной студии «Ла Дэнс» Александра с фантастическим друзьям.